Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по складу боеприпасов оккупационной российской армии в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили российские и украинские телеграм-каналы. Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию и сообщил, что ракета попала в склад боеприпасов, расположенный неподалеку от воинской части. Аксенов сообщил, что в результате ракетного обстрела пострадали 2 человека. Из-за продолжающихся взрывов 2000 человек в радиусе 5 километров были эвакуированы. Источники в Крыму сообщают, что одна из ракет упала на территорию подстанции и вызвала пожар. Они летают.